Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о книге пророка Исаии Иерусалимского, мы обратимся сейчас с вами к 8 главе. В 8 главе, собственно, Господь поручает пророку записать часть своих пророчеств, записать некоторые важные вещи. Возьми себе большой свиток и напиши на нем человеческим письмом. Скоро будет грабеж. Скоро придет грабеж на землю Израилеву. Ну и рождается у пророка сын, которого тоже называют вот этим именем, символическим именем, спешит грабеж, ускоряет добыча. Прежде чем это дитя вырастет, говорит Господь, и сможет, и начнет разговаривать, вот богатство Дамаска и добыча Самарии понесут перед царем ассирийским. Во-первых, обратите внимание, прежде нежели дитя достигнет каких-то успехов, сможет говорить отец мой и мать моя. Это способ обозначить время, так же, как в предыдущей главе. Слова «прежде чем младенец будет различать добро и зло и выбирать добро», это тоже указание, в первую очередь, на отрезок времени. И вот Господь говорит, за ближайшие там несколько лет, совсем один, два, погибнут все эти осаждающие Иерусалим царства. И еще продолжил Господь говорить пророку удивительные вещи, он говорит с 5 по 8 стих, в которые стоит вслушаться и вдуматься. Смотрите, Господь говорит, этот народ, имея в виду жителей Иерусалима, народ, среди которого живет Исаия, для которого Исаия пророчествует. Вот, говорит Господь, этот народ пренебрегает водами Силаама, текущими тихо, и восхищается Рецином, и восхищается сыном Ремалийным, восхищается царями. Ну вот те эти цари-то, сирийский, израильский, который в Самарии, сын Ремалийн, они же прямо все такие закованные в броню, такие прям силачи вообще, хоть блокбастер про них снимай, бьют себя пяткой в грудь, аки Кинг-Конг. В общем, вот это вот все зримое проявление силы, похвальба силы, гордость силы, вот это все восхищает народ. Дайте нам сильную руку, чтобы мы тоже хотим быть великими и вставать с колена еще не знаю чего. И вот Бог говорит, а водами Силаама текущими тихо. Он пренебрегает. Оказывается, этому народу вот эта тихость, мир Божий не нужны. Его привлекает и восхищает сила, брецание оружия, пустая и глупая гордыня. Ну, это, вообще говоря, грех перед Богом. И поэтому, говорит Господь, он наведет и на народ этот воды реки бурные и большие царя ассирийского. Вот вы хотите тоже быть такими прямо пышными, микроскопическими сверхдержавами, как эти полоумные Рецин и сын Ремалиин? Ну вот на вас, на всех реальная сила найдет царя ассирийского, и всех вас сметет с лица земли, и пойдет по Иудее, наводнит ее, и распростертие крыльев его будет на всю широту земли твоей, Эммануил. Вот вдруг совершенно тоже такое политическое заявление о духовном смысле истории, если хотите. Бог говорит о том, что народ, восхищающийся силой,
Народ, желающий, чтобы его боялись, погибнет. Просто погибнет. И все. Потому что пренебрегает водами, текущими тихо. Да. Дальше пророк продолжает говорить и обращается снова к жителям Иерусалима и пытается говорить о надежде. Вот смотрите, он говорит, ну хорошо, враждуйте народы, да, все враждуют, да, вооружаются, но, говорит пророк, трепещите, трепещите, потому что все эти цари бесконечные, все эти хвастающиеся своими мускулами властители, все это еще не победа. Замышляйте замыслы, но они разрушатся. Говорите слово, но оно не сбудется, потому что с нами Бог. Есть Бог. Помимо вот всей этой дворовой геополитики, в которой увязли властители Ближнего Востока того времени, помимо нее есть Бог. И он с людьми, в отличие от царей, которые ни разу не с людьми, а исключительно со своей надуманной, кажущейся силой. Вот с нами Бог, с нами Бог. И только на это мы надеемся, говорит пророк. Он говорит о том, что это тайное, неброское действующее лицо в истории. И вообще кажется, что и невозможно говорить о силе, но направляет ход событий именно Бог, который с нами. И не бойтесь того, чего боятся люди. Не называйте заговором того, что этот народ называет заговором. Не бойтесь того, чего он боится, не страшитесь. Не этого всего надо бояться и страшиться в ужасных обстоятельствах жизни, опасных, страшных. Ну, понимаете, вот на самом деле в большинстве случаев нынешние какие-то военно-политические распри, конфликты и свары – это все тоже битвы третьестепенных царьков. Но вот не этого надо бояться, не это надо почитать, не вот эти вот обуянные, нелепые, смехотворные гордыни царства мира сего. Господа Бога, Его чтите свято, Он страх наш, Он трепет наш. Мы поем эти слова на Рождество, поэтому они, я думаю, что много кому знакомы. Господа Бога, Его чтите свято, Он будет нам страх. Пророк говорит о том, что надо, он призывает различать видимость, мишуру и реальную силу, действующую в человеческой истории. Это реальная сила, как говорит Исаия, это Бог. Его надо чтить свято, Ему надо следовать, Его надо слушаться. Он будет освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна. Многие из них приткнутся, упадут и разобьются. В общем, камень притыкания и скала соблазна. Это выражение тоже цитируется в Евангелии. И речь здесь идет о том, что вот и народ Иуды, и народ Израиля, и Иерусалим и Самария проверяются по тому, что и кого они чтут. Бога или вот эту самую силу, которой хвастаются эти самые цари. И снова обращается Господь к Исаии и говорит о том, что завяжи свидетельство, запечатай откровение,
последние стихи 8 главы говорят о том, что в это опасное время, смутное, по сути дела, время, популярными в народе становятся разнообразные прорицатели, волхвователи, заряжатели воды энергией и прочие там потомственные ясновидящие. И здесь прямо вот с современной нам эпохой это похоже до степени полного смешения, потому что действительно временами, как, знаете, как-то волнами нарастает это безумие, скорее всего, связанное, конечно, с тем, что люди плохо учатся в школе, поэтому не представляют себе, как устроен мир. И вот когда эта волна невежества снова и снова набегает на народонаселение, становятся популярными все эти чревовещатели, шептуны, чародеи, вызыватели умерших и так далее и тому подобное. И вот о них, обо всех пророк от лица Господня говорит людям: «Вы обращайтесь к закону и к откровению, там правда, там Бог говорит». А если все эти чревовещатели и обещальщики, да, вот, говорят не так, как откровение, то нет в них света, нет в них света, и все это будет повержено во тьму.